Вот, встретили на заправке человека, который расскажет нам сейчас про футбол. Смотрите футбол-то? Смотрю. Что понравилось? Понравилось. Нашей сборной первая игра. Угу. Вторая. Угу. Классно. Угу. А кто худший? Был худший? В смысле? Его на поле был худший? А он и не играл во втором матче. Это кто ж, про кого же речь-то, не играл во втором матче? Загоев? А, Загоев травмирован. Загоев травмирован, слушай. Спасибо. Так, еще. Кто ж там второй-то? Миранчук. Миранчук? Миранчук играл. Слушай, Миранчук играл. Нет. Что ты несешь? Играл один Миранчук. Играл, другой нет. Другого не взяли, помнишь, чемпионат мира. Как же его зовут-то? Вспоминай, Ильич, вспоминай, кто не играл. Закубань, вот который. Он. Ну и вместо него играл. Чершев стал играть вместо него. Дзюба стал играть. Дзюба, да. Это вместо кого же? Кто ж первый-то у нас нападающий был? Смолов? Нет, не Смолов. Да. Честно. Его кто-то паркировал сюда. Он такой худой вообще. Кричит там, значит, он не цепляется. Откормили его, вижу. Такой стал пузатый. Ребрышки. Кого любят? Ребрышки. Узнали бы, привезли бы его. Ну а в Португалию-то можно пройти? Ой, я вот сомневаюсь. Честно, благородно. Но португальцы есть. Португальцы, сами знаете. А говорят, Рональдо гей. Говорят. Не верите? Я тоже не верю. По-моему, какая-то ерунда. А кто вам симпатичнее, да, Рональдо или Месси? Честно, мой хороший. Ага. Ну, Федя Черенков лучше всех. О, да. Круче Феди Черенкова никого не было. А я знаю. Да, да, да. А это как называется село-то? Это Марьевка. Марьевка, да? Да. Ага. Дальше Андросова, дальше Богодский.